Вот такая вот штука для походов. 14.04.22 года. Это, судя по всему, дата производства. Хорошая упаковка. Цыпленок с рисом, овощами, овощным соусом. Так, цыпленок не менее 30%, крупа рисовая, вода питьевая, масло растительное, морковь, свежий лук, репчатый, сушеный чеснок, соль, поваренная пищевая, перец черный молотый. Пищевая энергетическая ценность здесь у нас идет 186,5 килокалорий на 100 грамм. Здесь у нас 325 грамм. Так. Рекомендации по употреблению. Употреблять в холодном виде или выложить из пакета и разогреть. Так. Не помещать пакет в микроволновую печь. Ну, он фольгированный, это все понятно. Здається, десь я так и бачив. Мабуть, в украинском ИРП. С 2014 року. Может быть, это и съедобно, конечно. Ну вот, сегодня и потестим. Можно ли такое брать с собой куда-то на легкоходные походы. Можно ли такое брать с собой в машину, на всякий случай, если собираетесь куда-то в дальнюю поездку. Очень-очень интересно. И возможно ли это есть. Это все-таки не дошик, а это все-таки, ну, типа сублиматов, консерва. Вот. Как она зайдет или нет, особенно ребенку, это остается вопросом. Готовое блюдо в фольге. Там есть борщи, спагетти. Ну, в общем, ассортимент большой пока. Вот. Что-то случилось, научились делать. Научились предлагать что-то большее, нежели дошики и рамены. Посмотрим.